Привет! Меня зовут Оля. Сегодня я приготовлю ароматные, румяные, сахарные московские плюшки. Многим эти плюшки знакомы еще из детства. И с возрастом любовь к ним не угасает. Для теста я буду использовать 500 грамм пшеничной муки, 110 грамм сахара, 150 миллилитров молока, 100 миллилитров воды, 7 грамм сухих дрожжей или 20 свежих. 70 грамм сливочного масла комнатной температуры, пол чайной ложки соли, четверть чайной ложки ванилина, одно куриное яйцо. В тесто я добавлю 2 чайных ложки взбитого яйца, остальным буду смазывать булочки. 30 грамм сливочного масла комнатной температуры для формирования булочек. В кастрюлю выливаю воду и молоко. Отправляли на плиту нагреваться до 30 градусов. Смесь должна быть теплой, но не горячей. Теперь добавляю 1 столовую ложку сахара и высыпаю все дрожжи. Смесь нужно хорошо-хорошо размешать до полного растворения. Чтобы дрожжи ожили, оставляю смесь на 5-10 минут. Яйцо хорошо взбиваю. В миску для замешивания теста я высыпаю сахар, ванилин, соль. Перемешиваю. Добавляю 2 чайные ложки взбитого куриного яйца. Сливочное масло. Хорошо растираю. Высыпаю муку и хорошо перемешиваю. Делаю углубление и выливаю сюда уже ожившие дрожжи. Все хорошо размешиваю. Вымешиваю тесто в течение 10 минут. Готовое тесто очень эластичное, однородное, мягкое и не липнет к рукам. Я его округляю, помещаю в миску, закрываю пищевой пленкой. Тесто будет созревать 2-2,5 часа. Все зависит от температуры помещения и от силы и свежести дрожжей. За это время тесто нужно будет отмять 2 раза. Я делаю это с интервалом в 40 минут. Через 40 минут отминаю тесто, округляю и снова помещаю в миску. В классическом варианте московские плюшки посыпают сверху сахаром. Я так и сделаю с половиной булочек. Вторую половину посыплю штрейзелем или кондитерской посыпкой. Ее можно как раз сделать, пока тесто созревает. Для штрейзеля я использую 20 грамм пшеничной муки, 15 грамм сливочного масла комнатной температуры, 30 грамм сахара и 7 грамм кокосовой стружки. В муку высыпаю сахар, кокосовую стружку и сливочное масло. Все хорошо растираю. Тесто собираю в ком. Заматываю пищевой пленкой и помещаю в морозилку. Спустя еще 40 минут я снова отминаю тесто. Округляю его. Еще 40 минут, или когда тесто снова увеличится в объеме в 2 раза, можно приступать уже за формирование булочек. Все тесто я делю на 12 ровных частей, весом где-то 75-77 грамм. Теперь каждый кусочек теста нужно обмять и округлить. Чтобы заготовки не обветривались, накрываю их пищевой пленкой. Доску слегка посыпаю мукой. Беру один кусочек теста и раскатываю его.
Раскатывать нужно не сильно толсто, но и не тонко. Смазываю мягким сливочным маслом. Скатываю в рулет. Защипываю края. Так проделываю со всеми заготовками. Противень застилаю пергаментной бумагой и слегка смазываю растительным маслом. Вариантов формирования булочек есть множество. Я покажу самые простые. Берем заготовку, складываем вдвое, защипываю края и разрезаю. Разворачиваю. Сердечко. И этот вид формовки я называю лепесточком. Так же, как сердечко делали один надрез, это будем делать два. И разворачиваем лепесточки. Лодочка. Делается так же, как сердечко, только разворачивается в другую сторону. И, наконец, бабочка. И разворачиваем. Булочки прикрываю пищевой пленкой. Оставляю подходить их на 30-40 минут. За это время они должны увеличиться в объеме в 2 раза. Включаю духовку на 190 градусов. Штрейзель натираю на терке. Кроме него мне понадобится оставшееся взбитое куриное яйцо и 2-3 столовые ложки сахара. Смазываю булочки яйцом и посыпаю сахаром или штрейзелем. Отправляю булочки выпекаться. При 190 градусах выпекаться булочки будут 25-30 минут. Плюшки выкладываю остывать на решетку. Удивительные плюшки. Мягкие, ароматные, сладкие, с хрустящей корочкой. Съедаются в один миг с компотом, чаем, кофе или молоком. Очень рекомендую вам попробовать. Спасибо, что смотрели мое видео. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам удачных плюшек. Пока!